Вдохновение снова с вами, с Fairy Girls творим руками. Всем привет! Сегодня мы будем делать вкусный брелок для ключей или на рюкзак. Думаю, вы обязательно захотите сделать такие аппетитные вишенки, тем более, что для их изготовления практически ничего не нужно. Подготовьте какие-нибудь нитки для вязания, желательно красные или розовые. Также у меня есть шнур из мешковины, заготовка под брелок, либо обычное колечко для ключей. Если будете использовать именно такой вариант, подберите к нему соединительное колечко. Также мне нужен кусочек зеленого фетра, вилка и ножницы. Первый этап работы у нас состоит из изготовления помпонов. Сначала наматываем пряжу на вилку. Теперь посередине связываем все шнуром из мешковины. Тут может подойти любая грубая нить коричневого цвета. Подбирайте из того, что есть в ваших закромах. Разрежем по бокам все ниточки, сформируем помпон и подровняем его. Готово! Не забудьте сделать вторую заготовку таким же образом. Теперь вырежем листик из фетра. Нарисуем листочек и вырежем симметрично, чтобы получить двойной. А теперь все соединяем вместе, связываем. Вот так просто и легко мы сделали прекрасный эксклюзивный брелок. Моя дочь будет таскать его в школу на рюкзаке. А вам понравилась такая идея? Подписка, колокольчик, лайк. Fairy Girls, канал Клондайк. Всем пока!